Келескім бағдарламасында Құмар Лұқман. Бұл Келескім бағдарламасы. Нағыз жұлдыздар, нағыз қыспен әнасасын жоба. Бүгін танымал КВН ойыншысы. Керемет Әзіз Қақ актер Құмар Лұқманов өзін химиялық тазалау қызметінде сынап көреді. Иә, әлемді тазартуға дайынсыз ба? Дайынмын, дайын. Онда бұл кісі сізге бәрін үйретеді. Үйретем. Сізге Құмарды сеніп тапсырдым. Сізге осы сәттілік. Рахмет, рахмет. Өзіңді уайымдама, бәрі жақсы болады. Уайымдамай. Құмар. Әсем, жүріңіз. Жүріңіз. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Так. Пойдемте, проходите, проходите. Вот, вот этой машинкой мы сегодня будем работать. Как включать, я вам скажу. Открывать нужно вот так. Теперь можно посильнее. Ну, и вот так вот и открыли. Главное, когда закидываете вещи, не дышите хорошо. Почему? Да, потому что газ, газ, запах. Мне нужно переодеться? Да, вам нужно. Только давайте я вам помогу, хорошо? Можно? Пожалуйста. Мне как-то просто неловко, ну. А футболку будешь снимать? Нет, нет, футболку не буду. Ну, ладно. Вы так классно смотритесь, вам форма вообще супер, классно. Бүгін біздің алдаудағы сыбайласымыз Құмардың досы, әрі әріптесі Дәурен. Құмар кірді, әзілімізді бастаймыз. Бастай. Давай мы с тобой сфотографируемся. Пожалуйста. Я прошу прощения. Я тебя очень-очень прошу. Блин, в Инстаграме все обзавидуете. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, хорошо? Вы извините, вы можете пока отойти, потому что я еще не все показала, пока я знакомлю его со всем этим, потом мы с вами вы подойдете. Я вас сама позову, хорошо? Хорошо. Все, спасибо большое. Так. Так, мы с вами сфотографируемся. Блин, так классно. Я так рада, что вы здесь. Так, сейчас. Асема, хватит тут хвостом вертеть, работай. Блин, ну я же фотографируюсь. Так, я сейчас приду, носик припудрю, хорошо? Асем, деген қыз бар. Сол, қазір келеді. Не хуже, если так. Уже без вас. Уже без кое. Вот, вот, без вас. Чак, смотрим. На, джигитма. А? Джигитма. Я, джигитча, блин, мик. Я, без вас. Блин, классные цветы. Это такому... Супер. А, мои любимые. Ты это кому-то хочешь подарить? Нет, это принесли для тебя. Для меня? А? Классно! Наверное, это ты. Да нет, завязывай. Ты. Дёдя, мини-мис. Да не я это, ты чё? Блеб, сен. Мини-мис. Менің көрдіңбе өзі негізі өте спокойный жігіт. Қандай мамандық болмаса да, сырты ықпалдар болса да, ыстық-ыстық соның өзінде де былай өте өзін жақсы ұстайды. Өйткені мен айтқандай тайквондист жігіт. Сейчас курьер зашел, цветы оставил. Нет, я знаю. Асема. Я прошу прощения, вот что происходит у вас здесь? Это срочно. Деликатная стирка, чтобы ничего здесь не полиняло. Ого, какие огромные футболки, смотри. Это что, мужики, что ли, такие здоровые? А, ты должен пойти посмотреть, а третья машинка свободна или нет, хорошо? Пойдем. Хорошо, иди, давай. Только давай без этих рук, хорошо? Хорошо. Асем, мне что надо сделать? Ее включить все, надо? Все, все, вот, возьми, пожалуйста, вот это вот. Вещи туда, а я пойду в подсобку. Как ты закончишь, подойди туда, потому что мне нужна твоя помощь. Да-да-да. Ага, все, я там. Так, вот это. Так, все, да, мы взяли то, что нужно. Подожди. Убери ручки. Я сейчас упаду. Встань, пожалуйста, отойди. Аня, тропи меня! Да что ты сказал? Ужас! А жарко стало, ну-ка вообще! Пойдем, пошли. Все. А жарко стало. Пойдем.
Асема, ты почему так долго? Мы просто работали. Я прошу простить, а у нее все нормально. Асема, хватит, надо работать. Нет, все нормально, все хорошо. Так. Что я должен делать? Пока... Блин! Блин, что это такое? Смотри, футболки как уменьшились, ужас! Позор, блин! Может, как-то разгладить их, блин? Как они уменьшились? Что я буду... Асема что-то сделала? Блин... Асема, я тебе давала большого размера футболки. Я знаю, блин. Просто так Умар сказал, что он сам может постирать. Я пошел, на кнопку нажал, в смысле? Пожалуйста, блин, помоги мне, пожалуйста. Что надо сделать? Меня сейчас уволят, пожалуйста, я тебя очень прошу, помоги. Скажи, что это ты. Нет, я что-то неправильно сделал, что ли? Ты меня просил нажать, я пошел, нажал на кнопку. Нет, я понимаю, но ты, кажется, не ту кнопку. Что случилось? Что за крики? Кумар пошел, он сказал, что сам постирает. Он сказал, что сам постирает. Кто здесь работает? Я здесь работаю. Он здесь он работает, сказал, или вы работаете? Почему сказал... он идет стирать? Ну, потому что он сказал, что он знает. Что значит? Он гость, он только пришел. Откуда он знает? Ты же пошел и сказал, что сам постирает. Может быть... Асема. Может быть, кто-то все-таки нажал не на ту кнопку, может, кто-то специально сделал. Давайте посмотрим камеру, кто может пожалуйста. Специально сделать? Вы же знаете, что я хорошо работаю. Я никогда у меня такого не было, чтобы я что-то неправильно делала. Пожалуйста, я сейчас пойду видеонаблюдение посмотрю. Кроме вас двоих, если что-то здесь будет. На самом деле, я нажал на кнопку, но она мне показала. Извините, да, вы гость. Все нормально. Здесь работает она, не вы. Одним словом, сейчас я видеонаблюдение посмотрю. Спасибо тебе, ты меня спас. Все, хорошо. Хорошо, что ты к нам пришел работать. Спасибо тебе. Все, я буду. Можно хоть? Все, хватит. Завязывай ты что? Казахты мяли алдал, да? Дархан? Да? Я не знаю, но почему. Сплайстик. Казбис, екеміз. Ауромас, нет? Үшеміз бірге. Мені кабинетімізге барамыз. Пойдемте посмотрим. Мы сейчас все... Пойдемте посмотрим. Вы знаете, что блин, да? Диаметр весов, да. Мы сейчас наблюдаем, как новый рекорд Гиннесса появляется. Что за люди налево? Сюда поворачиваем. Тяга. Бугун бізге келіп, не істемегеніңіз? Білмей? Істемегенің бәрін істедіңіз? Не істеппіңіз, зачем? Кішкені ет болу көріп көм, түсінем ғой бәрін. Мам, Нина, тебе-то как не стыдно, а? Лучшая работница считается. Вот это вот что? Не, мне позарон за нерзи, я цзыкан. Немножко. Мздарыныз, мздарыныз. Здесь вы? Кумардың енді күлкісі бір жеге кетіп қалды, а? А? Кумар мырза. Может, это я? Ну, вам не стыдно? Я понимаю, в вашем шоу-бизе можно там через постель все решать и тому подобное. Но можно же было выйти потом, пригласить ее куда-нибудь и тому подобное. Нет? Это смешно же, я видео видите. Это смешно, да? Это вы, да? Ну ладно, нет, не видно. Но с изгубом. Меня не скажу. А? Я говорю, тюрю, меня говорит, кузы, меня кому надо. Да сагату тур, дата тур. Кому это вон, Минди? Нас залдайся. Где фотошоп для закрепки? Нам бедный местный. Ну как вам не стыдно? Это не стыдно. Месяц, бога на ней, бога, зачем вы так делаете? Это вообще было же между нами. Между нами это было. Зачем врать? Что тебе, что ли? Кто разыгрывает? А? Вы сюда к нам в гости пришли. Ты мужчина или не мужчина, признавайся. Вы же видели? Вот посмотрите, вот это вот. Посмотрите. Кто это вот? Зачем ты врешь? Зачем ты врешь? Я цезыкен называю Сазыкен. Леди Генет был. Сондай звезда болып, я цезыкен называю. Қалай елмайсын сен? Екем знарамызда болды ғой, нағып айтпайсын. Мен ұятым шығар. Не болдарамыз, айтпо? Үш сағаттай жоқ болды. Үш сағат? Я. Үш сағат не істеңіздер анау ішінде? Гүл әкелді маған, ең өзі ше тиісіп. Сіз там, не болды. Было дело. Оказывали внимание, правильно? Оказывал. Зачем ты сейчас не признаешь? Правильно? Где видео делал на лестнице?
вставал, я тебя за ногу держал. Идиот, как вы некрасиво делаете? Давай с вами поговорим, но... Ты тоже виновата. Пластик, меди видео бар. Дұрыс па? Сізді ашық келетін кәдімгі компромат бұл. Қалай, не істейін демесі? Кесек. Кесек. Сен мен ақшасында не бастым? Қайдағы ақша? Қайдағы ақша? Арғайтысы бір 8 мін доллар бересің, бұл бұл. 8 мін доллар тастайсың, кетесің бұл. Арғайтысы бір той бұл. А так телевидение жіберсең, білесің ғой не болар? Телевидение жіберсең ше? Телевидение кетсе ше? Е, кетсе не болады? Пазар боласың ғой. Меніңше жетеді. Қалай ойлайсың? Иә, жететін сияқты. Қазір мынау Құмар мырзамыз таэквондо бізде көрсетеді. Тоқтап көреміз ба? Кеттік қой да. Иә, тұрсайшы. Видео есть. Давай доказательство сделайте, что ли? Какое доказательство? Ты все попал. Какое доказательство? Что-то мы не поняли здесь. Какое доказательство? Келесі кім? Оны қазір көреміз.